Начальник департамента лесного хозяйства по северо-западу Андрей Карпилович высоко оценил подготовку КОМИ к пожароопасному сезону. В республике значительно сократились число и площадь лесных пожаров. 12 раз снизить площади, это значит, что та работа, которая была проведена при подготовке пожароопасного сезона, та новая техника, которая поставлена, и усилия и губернатора, правительства, и лесников не пропали даром. То есть 12 раз уменьшить площадь, это очень серьезно. Сегодня леса патрулируют 4 легкомоторных самолета и 5 Ан-2. Работают 3 пожарно-химические станции. Все группы оснащены средствами связи и навигации.